О, Красная Шапочка, здравствуйте, здравствуйте, привет. Красная Шапочка хочет, чтобы мы куда-то с ней пошли. И сейчас что-то будет, наверное, очень страшное. А может быть и нет, а может быть и да. Ой, что это? Это что за шаги? Что? Где он? Как же так? Он за нами бежит. Черт, убегаем за Красной Шапкой. Где он? Волк ее сейчас унес. Волк ее унес, ребята. Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy. Сегодня мы с вами поиграем в режим под названием Riding Hood. История шапочки. Красной шапочки, а может быть не красной шапочки. Давайте мы с вами посмотрим. Мы все вместе вот здесь стоим. И что же нам тут нужно делать? Красная шапочка, здравствуйте, здравствуйте, привет. Ой, что-то меня толкают. А, вот, все. Ну, пошла у нас история. Я очень рада вас всех видеть, она говорит. Мы тоже тебя очень сильно рады видеть. Кто-то, смотрите, кстати, Макс говорит что-то, да? Это просто обычный персонаж у нас. Так, ну-ка с нами играть. Да, ребят, это Макс. Ну что, погнали, давайте зайдем в домик к ней. Если она нас пустит, конечно. Ну-ка, вот так вот, давай, залазь. А что ты нас не пускаешь? Ты же нас должна пустить. Во, все, погнали. Погнали в дом. Ага, вот, все, загрузка пошла. И такая веселенькая музычка. Нифига себе, вот это у тебя дом зачетный, слушай. Вы посмотрите, какой у нее дом на самом деле. Тут телек стоит, тут еще... А, нет, это не телек, да? Это у нас не телек, да. Нифига себе, Красная Шапочка. Кстати, она какая-то странная, да? А вот это ее мама или подруга? Ты мама или подруга Красной Шапочки, интересно? Давайте-ка залезем наверх, если мы сможем туда пройти. Да, это, смотрите, Красная Шапочка, это, скорее всего, ее мама. О, это комнатка, отличненько. Ладно, смотрим еще одну комнатку. Кто-то уже проверяет. Ладно, и это туалет с ванной. Что-то как-то здесь все скромненько, да? Но зато первый этаж классный. Так, это у нас загрузка какая-то пошла. Еда за подписку на Смайла, да? Давайте, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Тут у нас печенечки готовы, и мы сейчас будем их кушать. Давайте все сядем. Нет, давайте сначала возьмем, да? Во, печеньку. Ну, знаете, ребят, я много кемпингов проходил, и в некоторых можно есть, в некоторых нельзя. Поэтому я поем, я хочу печеньку покушать. Ням-ням-ням, ням-ням-ням, вкусная печенечка. Все, я съел, дайте мне еще добавки, пожалуйста. Я хочу добавки. Эй, можно добавки? Пожалуйста. Ну ладно, никто мне не хочет давать добавки. Не ешьте, это отрава. Ну все, мы уже съели. Поздно, если что, мы, значит, сейчас с вами от отравы погибнем. Но, о... Что это такое? Тр-тр-тр-тр-тр, телефон зазвонил. Окей, мама сейчас у нее возьмет трубку. Алло, ой, ничего себе, какая она страшная стала. Так, и кто это? Молчание? Ха-ха-ха. Неужели это серый волк звонит? Мне очень жаль, что-то, чего? И все. Интересно, кто это звонил, да? Что-то она сказала. Окей, что-то она сказала, ребят, я не смог это перевести. И в итоге сейчас грандма придет бабушка, серьезно? Ну ладно, окей, давайте мы с вами посмотрим, бабушка придет или нет. Ой, это что такое? Это дверца, мы скорее всего сюда будем убегать, да? Ой, это у нас столик. Это диванчики. Ну ладно, Красная Шапочка, ты что стоишь? Лайк ставим, ребят. Тут вон люди пишут, лайк ставим. Так, ну что? Кстати, ребят, если вы хотите поиграть вместе со мной, то обязательно заходите на наш Discord-сервер, и мы вместе с вами сможем также поиграть. Вот смотрите, это все желающие, кто захотел со мной поиграть. Так, ну что, что-то у нас сейчас музыка притихла, и похоже сейчас будет что-то страшное, да? Дайте-ка я вот сюда спрячусь, я в кустик, я цветочек. Вы меня не видите? Вы меня не видите? Нет, они меня видят. Черт, ладно, я пролез, и теперь вы меня не видите. Все, вы меня не видите, я стул. Что-то они там долго болтают, и я не успеваю все равно это все прочитать, перевести. Поэтому, ребята, мы будем с вами вот так просто бегать, тусоваться. Наверное, кто тоже не умеет переводить английский, так и делают. Просто ждут, пока что-нибудь не произойдет, как сейчас, смотрите. Мы на улице, лол. Красная Шапочка хочет, чтобы мы куда-то с ней пошли. Вы готовы? Мы готовы, е-е-е, мы готовы, смотрите. Вова в нашей футболке банды. Ну что, follow my leader. Ну погнали, погнали. Ой, что с ним? Что с ним? Ты что лежишь? Он улегся. Ну ладно, пойдемте посмотрим, куда нас приведет Красная Шапочка. Очень интересно, куда же ведет эта тропинка. Давайте-ка мы сейчас с вами, смотрите, там у нас дорога перегородила дерево, да? Да, теперь придется идти налево, да? Сюда мы не можем идти.
Поэтому мы пойдем налево, окей. Погнали тогда левым путем. Ну что, ты хватит разговаривать. Она все про свою бабушку говорит. Надо печеньки ей отнести. Она их очень любит. Ладно, ладно, мы поняли. Погнали, погнали. Кто-то сейчас кому-то за печеньками, что ли, надо забегать? Или что, я не понял. Ладно, давайте сейчас посмотрим. Ну что в самом деле, что происходит? Что за... Что это такое? Это ветер? Да, а ты что здесь стоишь? Красная шапочка. Let's go. Ну, наконец-таки, пошли, пошли. Неужели, ребята, все, мы побежали. Я впереди красной шапочки даже. А, я тебя обогнал. Ой, как стемнело-то сразу. Мы выбежали и сразу стемнело. Нас съедят. Нет, а где красная шапка-то? Где она? Куда она пропала? Красная шапка. Что-то она убежала вперед, что ли, куда-то? Она здесь или нет? Что это такое? Тут кто-то ночевал. Ладно, окей. А где красная... А, вот она. Ты куда подевалась-то? Я не понимаю. Ты что, куда-то сикать в лес уходил, что ли? Ладно, все, окей. Давайте мы, наверное, здесь переночуем. Хотя здесь до дома-то дойти два шага. Устроим здесь лагерь, да? Два шага дойти до дома, мы устраиваем лагерь в двух шагах от дома. Давайте я вернусь лучше домой, там переночу, а вы здесь, ладно, будьте? Я пошел, короче. Ладно, ладно, нет, я не пойду никуда, мне страшно, там слишком темно. Будущий дом... Это будущий дом, да, это наш будущий дом, ребят, устраивайтесь поудобнее. Черт, что-то произошло. О, вот сейчас уже музыка другая совсем, ребята. И сейчас что-то будет, наверное, очень страшное. А может быть и нет, а может быть и да. Ой, что это? Это что за шаги? Это что такое было? Вы слышали, ребят? Мы выживем, тут шаги какие-то были сейчас страшные. Ой, я что-то говорю. Куда ты, чувак, куда побежал? Не-не-не, я никуда не хочу бежать. Ой, чё? Что там происходит? Что? Такая музыка страшная, ребят. Это волк! Смотри, рядом с волком бегает, лол. Вот где он? Вон он. О май гад! Что? Где он? А-а-а! Щит! Как же так? Он за нами бежит! Чёрт, убегаем за красной шапкой. Где он? Вот это да! Вот это он скримеры, конечно, пускает. Ужас. Настоящая жесть. Бежим домой. Жесть. Где красная шапка? Вон стоит, лол. А что она там осталась? Домой бежим или куда? Я не знаю. Куда бежать-то? Да хватит. Он за нами бежит. Ребята, уходим. Домой, 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 домой. Да, устроили лагерь. Тихо, тихо, домой. Давай, домой, домой. Пускай. Дверь открой. Черт, он, смотри, он бегает за кем-то. А что делать-то надо? Да что такое? Что происходит? Он тут ходит, бегает за нами. Что делать-то? Офигеть, он за нами ходит. Где он? Он тут же. Ребята, где он? Где он? Вот он. Да что делать-то? О, все? Успокоился он или нет? Да, ребята, он успокоился, жесть. Все вроде в живых остались, да? Жестокий волк, жестокий. А где эта красная шапулька-то? Шапулька-то где? Она, походу, там, да, где-то? Эй, что происходит? Шапка. Шапка-то где? А, вот мы снова сюда вернулись, лол. Только убежали от него и снова сюда вернулись. Какие же мы все-таки логичные люди. Пришли на место убийства, можно сказать. Тут волк живет, что непонятно, уходим отсюда. Блин, а. Только вернулись домой, я пошел, короче, дальше. Пока. О, тут у нас бегает уже. Нифига себе, какой ты шустрый. Убежал уже дальше, что ли? Давайте-ка посмотрим. Ага, вон там, видимо, дальше у нас будет сейчас приключение наше. Нашли себе приключение на задницу, блин. С красной шапочкой связались. Где шапка-то? Speaking, eating. Он хочет кушать. Кушать все хотят. Давай, красная шапка, открывай нам путь. Путь неизвестно куда. Так, это у нас там что-то какая-то, я не понимаю, что это. Но, в общем, мы сейчас с вами... Будем кемперить. Будем с вами идти дальше. Закрываем глаза. И все в этом маленьком здании, ребята, мы сейчас будем ночевать. Ой, что происходит? Сюда все. О-о-о! Жесть-то какая! Куда бежать? Наверное, туда, да? Наверное, я не знаю. Туда, да? Туда бежать или нет? Или в лес? Куда бежать? Куда бежать? Я побежал туда, короче. 20 секунд. Вот какое-то здание. Давай сюда, бежим. Я смог. Все, все выжили, ребята. Нифига себе, как ты здесь оказался быстрее всех. Ладно, давай сюда. Успеешь? Нет, ты умер.
Нет, чувак, ты был нам как брат. Нет. И в итоге, где мы оказались? Чё? Где это мы? Где мы оказались? Мы только что в каком-то здании же были, непонятно. А, фух, это что это такое? Коллапс какой-то произошел. Да вообще, жесткий коллапс. Что происходит? А кто идет? Я не хожу никуда. Ой, 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 куда бежим? Надо быстрее бежать. Куда? Лево, право, лево, право, лево, право. Побежали направо. Я побежал направо. Я умер, ребят. Нет, нет, респаун. Респаун. За 30 баксов, ребят, за 30 робуксов покупаю. Все, я здесь. Я с красной шапочкой уже. Ребята, я с красной шапочкой. Вы поумирали все, что ли? Нет, ребята, не бросайте меня. Не бросайте меня, пожалуйста. Не бросайте меня одного. Давай, давай, кто-нибудь живи, выживи кто-нибудь, пожалуйста. Давай, пожалуйста, кто-нибудь со мной, выживите. Я не хочу один оставаться с этой красной шапочкой. Она, наверное, волк. Нет, Макс, Макс, пожалуйста, ты последний остался. Ты последний остался в живых, пожалуйста. Живи, пожалуйста, живи. Живи, 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 живи. А, я один остался, ребята. И в итоге мы сейчас где-то очутились. Нет, а где Макс-то, я не понимаю. А где Макс? А, все, его и Макса нету. Лол, ребят, я единственный выживший остался. Ну что, ребят, ладно, пойдем за красной шапочкой. Вроде бы она сейчас нас приведет куда-то. Ого, там какой-то завал. Блин, ну я не знаю, ребят, получится у меня одному пройти или нет. Тут снова какая-то, я не знаю, сгущенка что ли это, да, ребят, смотрите, молоко, сгущенка. Тут завалы какие-то непонятные. Тут завалы, все завалило. Так, мне что-то надо найти, да? Мне нужно найти find a tool. Короче, ладно, окей, давайте мы найдем кирку. Вот кирка у нас есть. И пойдем ломать теперь киркой. Только главное красную шапочку не завалить. Случайно, перепутав ее с камешком. Ну ладно, ладно, я сейчас иду, конечно же, в камешку. Бац, бац, бац. Все, я прошел сюда. Найс, мы прошли. Я маленький проходик раскрыл. И здесь у нас, смотрите, такой вот непонятный лабиринт. Что здесь делать, интересно? Хм. Это лагерь ее бабушки. Ой, это не лагерь, это ее типа сад такой, что ли. Нифига себе, смотрите, она тут что-то сейчас хочет делать. Это какая-то опасная, слушай, красная шапочка. О-о-о! Волк ее сейчас унес. Волк ее унес, ребята. Мне надо спасти ее. А как я ее спасу? Надо быстрее кирку доставать. Кирка сейчас по голове дам этому волку вонючему. Сейчас я тебя догоню. Стой, стой. Да дайте мне пройти. Почему я не могу идти, ребята? Все, погнали. Срочно. Так, мне нужно найти. Так, он вот сюда побежал вроде. И мы сейчас с вами попробуем найти выход. Нет, не здесь. Не здесь, сюда. Нет. Куда бежать? Я не понимаю, ребят. 40 секунд у нас остается. Нет, это тупик. Тоже тупик. Ладно, теперь я знаю, куда бежать. Вот сюда идем. Окей. Бежим вот сюда. Вот сюда. Надеюсь, я правильно бегу. А, не, может быть и нет. Ладно. Ладно, давайте вот сюда. Вот сюда. Вроде правильно. Да, ребята. Я выбежал правильно. И это у нас выход. Бабушкин дом. Я здесь, ребята. Все, я выбрался. Я выбрался же отсюда. Где красная шапочка? Я тут на мосте стою. На мосту стою. Где все-то? Где бабушка? А, help, over here. Я иду. А, вот она привязана, смотрите. Волк привязал ее. А что он не съел ее? Зачем-то привязал. Что волк какой-то странный. Он же кушать, наверное, хотел. Ну-ка, давай-ка мы сейчас тебя спасем. Красная шапулька, сейчас мы тебя спасем. Где, интересно, волк-то? Он, похоже, пошел бабушку сначала кушать, а потом сладенько оставил напоследок, да? Это у нас красная шапочка. О! Чё? Что? Меня просто сожрали, ребят. Ну, знаете, как поступим? Если вам понравилось это видео, ребят, обязательно ставьте лайки. Наберем много лайков, то мы заново попробуем пройти этот кемпинг и узнаем концовку. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.